Всем привет! Успели соскучиться по нам за время технических работ на сайте? Мы снова рады быть с вами! Сегодня я расскажу вам о том, что интересного произошло в компании за последнее время. А на канале CryptoPride мы готовим выпуск с новостями из мира криптовалют. Чтобы увидеть его первым, подпишись на канал по ссылке в описании. Ну а мы переходим к новостям AlphaCash. И сегодня в выпуске: запуск портала CryptoPride, личные кабинеты и благотворительность. Ранее мы предупреждали, что компания уходит в отпуск, но группа разработчиков, которая занимается обновлением платформы, продолжала работать. Однако нововведений оказалось очень много. Но чтобы не откладывать открытие личных кабинетов, мы вернулись к штатной работе 21 мая в 16:00 по московскому времени. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за ваше терпение и доверие. Каждый день мы развиваем и совершенствуем сервис исключительно для того, чтобы вам было проще и удобнее работать и зарабатывать с нами в сфере криптовалют. Среди обновлений – подключение новых валют – Ripple и Monero. Мы начнем подписывать договор с лидерами компании. Обновление платформы AlphaCash 3.0. Договор с инвесторами будем заключать по желанию. Компания переезжает на новые, самые безопасные и дорогие серверы. Это гарантирует абсолютную безопасность. В скором времени будет запущена новая карьерная лестница, а также новые тарифные планы. Более подробно можно узнать из вебинара Александра Репринцева, который вы сможете найти по ссылке в описании. Наши технические специалисты полностью обновили портал CryptoPride, добавили новые разделы и функции. На сайте появился целый блок «База знаний» с обучающими материалами о компании и о ее сервисах. На этом же портале мы публикуем все самые актуальные новости. В разделе «Команда» вы найдете подробную информацию ваших партнеров и куратора. Также мы будем вести на сайте календарь мероприятий, а записи лекций или презентаций будем сразу публиковать в удобный архив. Как зарегистрироваться на портале CryptoPride? Спросите своего куратора, который пришлет вам ссылку. Напоминаю, что у нас теперь есть канал CryptoPride, где будет собрана вся актуальная информация из мира криптовалюты и полезные обучающие видео. Подпишись, чтобы быть в курсе событий. Команда AlphaCash организовала праздник для детей из дома-интерната. Партнеры компании AlphaCash из Воронежа навестили воспитанников Бутурлиновского дома-интерната. Там находятся дети с ограниченными умственными способностями. Сотрудники организации занимаются с ребятами медицинской, трудовой, творческой и психологической реабилитациями. Коллеги закупили подгузники для малышей, влажные салфетки для ухода, детский крем и другие средства для гигиены. Кроме того, партнеры компании привезли детям велосипеды и самокаты, наборы для рукоделия, мячи, ракетки и множество других игрушек. А партнеры из Краснодара организовали поездку в Центр социальной реабилитации «Инва-студия». В организации помогают детям с различными тяжелыми заболеваниями. Педагоги обучают студентов художественным и прикладным искусствам. Подопечные студии регулярно участвуют в различных выставках, конкурсах и фестивалях. Оказывается, студии не хватает элементарных вещей – бойлера и оборудования для подачи воды. Коллеги закупили и расходные материалы для юных художников – масляные и акриловые краски, кисти, холсты, ленты и пластилин. А также телевизор в зону отдыха и, разумеется, сладости. Большое спасибо за ваши добрые дела. Мы гордимся, что такие активные и неравнодушные люди работают с нами в одной компании. А у меня на этом все. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе событий. Сделаем криптовалюту доступной вместе. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!